Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Kommen. Вне сомнений, отличный матч нас ждет сегодня. Это первая полуфинальная кубковая встреча. И считанные минуты остаются до начала поединка «Боруссия» против мадридского «Реала». Сложно играть в таких условиях, но поле стадиона дортмундской «Боруссии» хорошее и не должно поплыть. Поэтому ждем начала матча. Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мы для вас приготовили трансляцию первого матча в одной из полуфинальных пар. Это Боруссия Дортмунд против Реала. Большой день сегодня. Первая игра полуфинала. Очень важный матч для клубов и болельщиков. Все очень хотят попасть в финал, туда рвутся, но сегодня горячая голова не помощник. Нужно очень внимательно сыграть и не дать сопернику создать преимущество перед решающим матчем. Всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. По окончании сегодняшнего матча одна из команд подойдет на шаг ближе к выходу в финал. Но только на шаг. Второй, самый главный, предстоит сделать уже в ответной игре. Начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Рафаэль Варан сыграет со Шкриньяром. Поль Погба с первых минут играет с Казимиро в центре полузащиты. И на острие атаки сегодня только один нападающий. Посмотрим, справится ли он впереди. Первый тайм начался. Ренцо Инсиньо. Мяч у Реала, и арбитр даст свисток после окончания атаки. Рафаэль Варан. Модрич. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Не точно. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку.
Вицель. Серж Гнабри. Вицель. Передача на Ройса. Есть удар! Не точно удар, мяч проходит выше. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот тренер на бровке тоже так, наверное, думает. Поль Погба. Казимир. А вот любопытно, в нападении-то у нас не совсем простые парни. Как они сыграют, Константин? Ну что сказать, эти ребята могут включать скорость и умеют этим пользоваться. Скажу, есть пространство перед ним. Мяч в сетке. Гол Боруссии из Дортмунда. И смелостью в этом эпизоде нападающий испугал защитника, потому что тот ничего не смог поделать, чтобы помешать забитому мячу. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Казимир. Поль Погба. Эден Азар. Азар с мячом. Гаррет Бейл. Мбаппе. Серж Гнабри. Серхи Роберт. Хорошо, атака развивается. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или... Мбаппе! Отскок в поле от перекладины. Опасно! Гол! Хороший удар получился. Мяч очень точно в угол. Все, буквально все контролировал этот парень. Шикарное чувство мяча и классное попадание в нижний угол. О, смотри-ка, в самый уголок уложил. Да, отлично подработал мяч и неотразимо пробил. Высочайшее мастерство. Теперь, кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Эден Азар красиво оставил соперника позади. Потери и у соперника. Мбаппе. Аксель Вицель. Дуглас Коста. Вицель. Мбаппе. Модрич. Лоренцо Инсиньо. Гаррет Бейл. Бейл. Гаррет Бейл отдает пас на ход. Какой шанс был? Выход один на один. Да, такую возможность надо было использовать. Да еще и в самом конце игры. Аксель Вицель. Серхи Роберт. Без мяча Боруссия остается. Серхи Роберт. Эден Азар. Азар идет вперед. Эден Азар! Это Эден Азар. Король момента. Классно, как в атаке сыграл. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте. И смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника. Все было сделано очень четко. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Аксель Вицель. Ройс. Плохой пас Марко Ройс отдает. Бейл на фланге. Есть свободная зона перед ним.
Авес тут напрашивается. Отлично защитник играет. Серж Гнабри. Мбаппе. Дортмунд идет вперед через фланг. Там есть свободное пространство. Марко Ройс. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Есть шанс развернуть контратаку. Азарс. Надо забивать и сравнивать счет. Классно защита с этой ситуацией справилась. Разрядили обстановку. В центр штрафной пошел мяч. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Казимир. Рафаэль Варан. Погба. Бейл. Роман Бюрхи справляется с этим ударом. Тут ничего опасного. Аут будет бросать мадридский Реал. Лука Модрич. Теряет Боруссия мяч. Лука Модрич. Играет он на партнера. Инсинье. Модрич. Казимиро. Штанга. Опять штанга. Все просто. Вынос. Гаррет Бейл. Можно подать. Поль Погба. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Выносит он мяч и угловой будет. И разыграть решили угловую. Навес на ближнюю. Отлично сыграно. Очень вовремя защитник мяч вынес. Мбаппе. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Ройс. Куртуа, красавец. Ну, вот теперь можно и отдышаться. Великолепный сейв совершил голкипер. Просто потрясающе. Александр Зинченко. Мбаппе. Коста. Серхи Робер. Сыграно жестко, но в рамках правил. Реалу дают пространство на фланге. Это чревато. Слишком сильный навес получился. Бейл навешивает штрафную. Бюрки отбивает мяч. Первый тайм завершен. Одна из команд даже выигрывает. Но в масштабе двухматчевого полуфинала это может не значить ровным счетом ничего. Все самое интересное у нас впереди. И тем не менее, согласись, команда действительно здорово справилась с возложенными на нее тренером задачами. Второй тайм у нас начинается, и Реал сейчас в роли догоняющего. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас это демонстрирует еще раз. Поль Погба. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Эден Азар красиво оставил соперника позади. Мяч на угловой уходит. Был рикошет. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Я думаю, что он должен быть немножечко расстроен по итогам первого тайма, несмотря на то, что на его счету один забитый мяч есть, но он все-таки был близок к дублю. Но не сложилось. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. А выигрывает он своего соперника. Ройс. Серж Гнабри. Все четко вратарь делает. Удар получился не самым опасным, но и голкипер не теряет концентрацию. Уверенно и надежно он играет, что и требовалось доказать. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок, но и вратарь в порядке. В
Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Будешь навешивать, а? Марко Ройс. Чисто отобран мяч. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Эден Азар. Эден Азар без мяча оставляет свою команду. Как бы это все к потере мяча не привело. От игрока мяч уходит. Меняют игрока с желтой карточкой, но от греха подальше, это понятно. Альваро Одриасола. Рафаэль Варан. Казимир. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры. Могли забить, если бы не защитник. Без мяча Боруссия остается. Модрич с мячом. Можно попробовать подать сейчас. С угла будут подавать, но в отборе очень надежно было сыграно. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет. Навешивает тогда Назар. Очень плохо угловой исполнил. В игрока чужого попал. Погба. Подать могут хозяева. Серж Гнабри. Мбаппе. В отличной форме игрок находится, кстати. Статистика у него просто безупречная. Поль Погба. Бейл. Лоренцо Инсинье. Эден Азар. Инсинье. Идет Елене в отбор. Теряет Боруссия мяч. Очень хороша Боруссия сегодня в атаке. Теперь разница в счете в два мяча в их пользу. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. 3-1 счет. Результативный получается матч. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Азар на фланге, никто ему не мешает. Можно сделать навес. Выбивает вратарь мяч после навеса. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Дуглас Кост. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Мбаппе. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Дуглас Кост. Александр Зинченко. Вицель. Серж Гнабри. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Лоренцо Инсинье. Тони Кросс. Милан Шкрынер. Погба. Лоренцо Инсинье. Атака идет через фланг, и там Бейл в одиночестве получает мяч. Подача на Азара пошла. Очень вовремя защитник.
Спартак играет на вынос. Оба тренера одновременно решают провести перестановку на поле. Пока что Гаррет Бейл номер отбывает. Не то, что вообще не старается, но в игру не попадает. Его действительно надежно прикрыли. Он пока не заметен в этой встрече. Мало двигается и мало получает мяч. Мариано Диас. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Игроки мадридского Реала введут мяч в игру. Азар. Пройдет тут навес. После рикошета мяч уходит в аут. Выпускает тренер мадридцев свежего игрока. Серж Гнабри. Юлиан Брандт. Александр Зинченко. Аксель Витцель. В принципе, есть такой хороший очень режим, называется тренировка. Вот, мне кажется, он более подходит для такой игры в пас. Дуглас Коста. Мбаппе. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Дуглас Коста. И вот результат активного прессинга. Мяч уже у соперника. Дуглас Коста. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. 3 минуты добавлено к основному времени. И разрезающий пас на ход. Жаль, затянули немного атаку. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. И вот матч заиграл новыми красками, но не слишком ли поздно? Счет уже идет на секунды. Мне кажется, игроки уже бьются из последних сил, и только какое-то чудо может им помочь в эти последние минуты. 5 голов уже забито в этом матче, счет 3-2. Без мяча Боруссия остается. Время сейчас играет против Реала, но есть еще у них шанс попробовать сравнять счет. Играет он на партнера. Нужен навес. Плохо исполнен навес. И наш матч завершен. Хорошая первая игра получилась в этой паре. Дортмундская Боруссия сегодня была сильнее. Довольно-таки неплохой футбол мы сегодня с вами увидели. Во втором матче нас ждет продолжение. Думаю, получится оно еще более захватывающим, потому что преимущество сейчас у одной из команд не такое, чтобы можно было бы играть в полсилы, а сопернику во что бы то ни стало необходимо будет отыгрываться. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Vielen Dank.